«Молодежка. Взрослая жизнь достигла экватора». Ровно половину пятого сезона показали в эфире СТС. Продолжение покажут в начале 2018 года. Разбираемся, на чем именно ставят паузу создатели проекта, что было в 24 серии. Судьба бурых медведей решается. Если они смогут одолеть армату, то выходят в плей-офф. Если нет, или даже идут в овертайм, то в плей-офф будет метеор. Тренер арматы сперва решает помочь Казанцеву, ведь команде этот матч не принципиален, но неожиданно получает шикарное предложение от спортивного директора Метеора. За такую прибарку он готов сделать возможное и невозможное, чтобы отыграть косолапых. Поляков меняет в армате расстановку сил, он готов выиграть во что бы ни стало. В качестве дополнительного усиления представляет клубу нового игрока, знакомого зрителям Игоря Дрозда, прошлым капитана молодежной сборной. С большим трудом косолапы вырывают победу. Поляков расстроен, он намерен еще больше усилить армату и предлагает Бушманову присоединиться, предлагая хороший вклад. Но больше всего защитнику интересно территориальное расположение, ведь он находится в том же городе, где бойцовский клуб. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.